Так, задание на доске. Повнимательнее. Молодец. Надеюсь, никто не горит желанием испортить себе каникулы. На, кушай. Селезнёва, где ты порхаешь? Если готова, иди отвечать. А что отвечать? Что знаешь, то и отвечай. Иван Грозный был царем. Дальше. Звали его Иван, и дети его боялись. Переэкзаменовка по истории. И кто это придумал? Экзамены по истории. Подумаешь, Иван Грозный не брал штурмом марсианские колонии. Переэкзаменовка по истории. Без муки нет науки. Да знаю я. Попадет тебе. Папу жалко. Переживать будет. Пришли каникулы, чудесная пора. И не надо просыпаться в 7 утра. Поедем в Африку, отправимся на Марс. А наша школа не спешит от нас. Хочется за эти дни успеть плавать, загорать, играть, бежать, лететь. Смеется солнце и сияет небосвод, и все от радости вокруг поет. Каникулы, каникулы, прощай, любимый класс. Каникулы, каникулы, мы долго ждали вас. Папа! Куда все подевались? Съели их, что ли? Робот-зоотехник опять забыл запереть клетку с кустами с планеты Ку-Ку. У них колючки ядовитые.
теперь в засаде сидим. Ой! Держи его! Держи! Распустили вас, ботаники! Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа! Кс-кс-кс-кс-кс-кс! Тёга-тёга-тёга-тёга-тёга! Сожрёт он тебя, будешь знать. Ты поймал его! Почти! Я догоню! Дурачок-то дурачок. В зоопарке тебя кормить, поить будут, в клетке будешь жить. Какой ужас. Папа, а зачем космозоологу нужна история? История? Какая история? А? Вот и я, бесценные мои друзья. Громозека! Громозека! Девочка, дочка моего друга, как ты выросла! Метр 30. Метр 33. Ужас! Если 8 лет 1.33, то 80 в тебе будет все 14. Как же ты влезешь в космический корабль? Во-первых, мне почти уже 10. Во-вторых, земляне так и не научились понимать чумороских шуток. Громозек, ты прилетел ко мне на день рождения? Конечно. А когда у тебя день рождения? Через неделю. О, у меня есть для тебя подарок. Спасибо. А что за подарок? О, это необыкновенный подарок. Когда узнаешь, будешь весь день скакать на одной ножке, как астрианский гриб. Правда, по земным обычаям подарки заранее ведь не дарят. Нет, не дарят. Тогда не надо было говорить. А теперь я всю неделю буду мучиться. Му-му-му, какая нетерпеливая. Ну ладно. Мой подарок – это путешествие в дебри галактики на планету Калина. Вот здорово! Держи! Держи его! Не убегай! Ты отпустишь со мной Алису? Такие вопросы на бегу не решаются. Фу, а стоя! Такие вопросы решаются? Смотри, Селезнёва опять с каким-то чудищем. Не смогу я полететь с тобой, Громозека. Как? Только что ты кричала «Ура!» Понимаешь, в школе... Ну? Я... Ну? Меня не отпустят. Фу. Я сам пойду в школу и поговорю с твоей учительницей. Ой, не надо в школу. Почему? Наша Елена такая нервная, боится всяких пауков, лягушек и других чудовищ. А я тут при чем? Ни при чем. Но она может тебя испугаться. Меня? Испугаться? У себя на планете Чумороза я считаюсь первым красавцем. Ты здесь первый красавец. Но только не все об этом знают. Не обижайся, Громозека. Я не могу с тобой полететь. Ну что, Селезнёва, завалила историю? Космонавт Иван Грозный, ха-ха-ха. Переэкзаменовка. Алиса, ты не представляешь, как ты меня подвела. В обязанности уча, чаща, пиши через я. Через у.
через ее. По-моему, он накрылся медным тазом. Наверное, отравился как-то своим ядом. Придется на каникулах историю учить. А знаешь, кто лучший во вселенной преподаватель истории, а? Нет. Нет. Знаменитый археолог Громозека с планеты Чумороза. А что скажем папе? Про двойку ни слова, только... Слышь, Селезнёва, а где ты яд для дневника достала? В прошлом году мы отыскали мертвую планету Калиида. Раньше она была обитаема, но 100 лет назад все почему-то умерли. И звери умерли, о, и насекомые, и птицы, и даже рыбы. Остались одни развалины. Ветер воет, и дождь идет. А почему они умерли? Есть у меня одно подозрение. Чтобы его проверить, я пришел в Институт времени и убедил их привезти на Калиду новую машину. Машину времени? Да. Кто-нибудь слетает в прошлое, и если все окажется так, как я думаю, можно будет изменить, узнать, какой была эта мертвая планета 100 лет назад. Жуть, как интересно. Что ж тут интересного? На планете нет ничего живого. Жаль, что в московском зоопарке никогда не появится павильон калидианской фауны. А если животные прячутся глубоко под землей, вдруг мне удастся их найти? Скажи, старый хитрец, почему ты так настаивал, чтобы Алиса полетела с тобой на Калиду? Почему, почему? Хочется сделать ребенку приятно. Ой, не верю я тебе. Не волнуйся, профессор, я за ней пригляжу, ну? Надо было рассказать про двойку. Погоди. Вот она, машина времени. Привет, Громозека! Привет! Степан, непосредственный участник всех исторических событий на Земле. Ой, одноглазый котенок, бедненький. Ой. Профессор Рна, действительный член лингвистического общества. Не царапайтесь, пожалуйста. Крупнейший в галактике специалист по расшифровке древних языков. Я так рад, что вы согласились принять участие в экспедиции. Ай, больно же. Алиса Селезнёва, самый младший научный сотрудник. Извините, профессор. Детский сад. Двуглазая девочка. Бедненькая. Селезнёва Алиса Игоревна. Надеюсь, с дисциплиной у нас все будет в порядке. Я тоже надеюсь, капитан. Экспедиции немедленно пройти в медпункт. Сами знаете, прививочки, укольчики. Нечестно.
ты говорил, на Калииде нет ничего живого. Ну да. Значит, и вирусов, и микробов тоже нет. Нет, ничего нет, но на всякий случай. Громозека, а? Я не люблю уколы. Я их плохо переношу. Я тоже. Но придется потерпеть. Пусти. Для большего спокойствия я попросил доктора сделать тебе еще и... дополнительные прививки. Вот спасибо. Это тоже подарок на день рождения. Напрасно Громозека все это затеял. А что он затеял? Не знаю. Он всегда что-нибудь затевает. Очень беспокойный тип. Угу. Затеял заколоть меня насмерть этими дурацкими прививками. А ты что-нибудь слышала о космической чуме? Нет. Давным-давно, когда вы, Алиса Игоревна, еще не родились, на Землю вернулась экспедиция из 18-го сектора галактики. Чтобы пройти карантин, экспедиция причалила к базе на Плутоне. Это и спасло Землю от гибели! Все участники экспедиции были больны неизвестной болезнью. Лучшие врачи всех планет пытались разгадать тайну болезни. Против нее были бессильны и лекарства, и толстые стены изоляторов, и даже защитные скафандры. Тогда ее назвали космической чумой. А чему? Удалось победить? Вирус может менять облик и принимать самую разнообразную форму. Я уверен, космическая чума – это разумное существо. Разумное? Да! Когда миллиарды вирусов собираются вместе, они образуют злой разум. Уничтожить все живое. Такая вот история. Что там, капитан? Все тихо. Разобьем лагерь у этого городка. Он называется Лукнярск. Может, на них напала космическая чума? Не бойся, Алиса Игоревна. Чуму мы давным-давно победили. Уже 100 лет о ней никто не слышал ни в ближнем, ни в дальнем космосе. 100 лет? И от сумы не зарекайся. От тюрьмы и сумы. Одно другого не лучше. Идем. Не пей, поклуши, друг. Лучше делом займись. Всегда дел полно вокруг. Только не ленись, оглянись. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Это правда, а не ерунда. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Просто без труда всего.
та-та-та. Брось разговор пустой, засучи рукава. Раз, два! И пусть как девиз простой будут этой песни слова. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Это правда, а не ерунда. Поверь, не ерунда. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Просто без труда сегодня никуда. Сегодня никуда. Вообще никуда. Да. Этого я и боялась. Фу. Ой. Капитан, а с чумой можно установить контакт? Никаких контактов. Из лагеря ни на шаг. Току надо запретить пугать детей сказками о разумных вирусах. Дисциплина. И что мне теперь, торчать в лагере? Так никаких открытий не совершишь. Неужели и вправду все погибли? Как жалко. Ой! Ну и трусиха. Спасите! Помогите! Помогите!
Что с вами? Это... Там огромный! Он охватил меня какой-то вонючкой! Наверняка ядовитой. Где Алиса? Я так и знала. Коллега, с какой стати вы притащили в серьезную научную экспедицию эту противную девчонку? О, космическая хулиганка! Поливать известного ученого всякой гадостью. Меня! Профессора почти всех университетов галактики, почетного академика. Вы преувеличиваете, профессор. Что? По поводу своей известности? По поводу ее противности. Может, и преувеличиваю. Вряд ли сильно. Скажите, профессор, а почему на Калииде все такое крошечное? Почему? Почему? Калиидиане были маленького роста. Примерно с тебя. Значит, на Калииде я была бы взрослой. Деточка, взрослый – это не... Осторожней. Это не размеры тела. Это знание. И жизненный опыт. Хотите, пшикну? Нет! Нет! Да, рост у тебя не калидианский. С пуговицами-то все понятно. Но зачем они носили эту удавку? А вы спросите у собак, зачем они носят ошейники? А я думала, мы никого не разбудили. Ну ладно, заходи. Громозека спит? И даже очень громко. Ну и хорошо. А то устроил бы торжественные проводы с музыкой и речами. А мы всего-навсего начинаем опыт. Так, не отвлекаться. Что это с ним? Язык учит. У профессора уникальная методика. Бунто тодо бараката ава. Кра бараката табунта. То бунта. Yeah!
Напоминаю, мы не на полигоне. Если что, тебя оттуда никто не вытащит. Вото Катаморо. Не забудьте привезти свежих газет. Столетней давности это, по-вашему, свежий? Вот Громозека обидится, что вы его не позвали. Не обидится. Но ведь в прошлом нет машины времени. Конечно, нет. А как он вернется? Он отметит точку, в которую прибыл. А потом встанет на то же место. Сработает автоматика. И все. Даже моего участия не потребуется. А если туда зайдет стадо коров? Или залетит птица? Установка не сработает, пока в рабочей зоне не появится тот, кто ушел в прошлое. А если он ранен и не может доползти до этой вашей зоны? Не говори глупостей. Всякое может случиться. Но рассчитывать ему придется только на себя. Пока Степан не вернется, никто не сможет попасть в прошлое и помочь ему. Внимание! Ну вот и все. Приехали. Ну что, что? Держите ваши газеты. Ты в порядке? Нужно срочно всех собрать. Местное время 7 часов 41 минута. С фасоном костюмчика мы не ошиблись. А, доброе утро! Извините, а где можно купить газеты? Какие-то они тут все пришибленные. Вам плохо? Пожалуйста, позовите санитаров. Я донес его до больницы. Это чума. Чушь! Откуда здесь чума? Вот-вот-вот, послушайте. Первые космонавты, вернувшиеся неделю назад на Калииду, все еще по... Что все? Все правильно. Теперь понятно, как космическая чума попала на Калииду. А им ничем нельзя помочь. Как можно помочь людям, которые умерли 100 лет назад? Можно! Ну как? Знаешь, все считают меня наивным и прямодушным существом. А разве это плохо? Нет, в каком-то смысле они правы. Но я умею заглядывать в будущее, а не только в прошлое. Думаешь, зачем я позвал тебя в экспедицию, а? Чтобы сделать мне подарок на день рождения. Правильно, но это не все. Я летел на Землю и думал, вот есть планета Калиида, которая погибла от космической чумы. Так ты знал, что Калииду погубила космическая чума? Да. И ты придумал, как ее спасти? Да. Ну? Ты уже догадываешься? Я хочу послать в прошлое Анису. А зачем? Чтобы я... Правильно! Чтобы ты пробралась в то время, когда космическая чума проникла на планету и обезвредила ее. Что тогда? Чумы нет, а
планета жива, все кричат «Ура!» и миллиард человек спасены одной маленькой девочкой. Интересно! Это наша тайна. А почему я? Так ты ведь вылитая калейдианская девушка. Ну что тут непонятного? Я бы все сам сделал, но они никогда не видели ни одного жителя планеты Чумороза. Вдруг они такие же нервные, как ваша истеричка, историчка. А почему тайна? А, нет, ты все-таки недостаточно умная. Ну представь, я говорю твоему отцу, Селезнев. Я хочу послать твою дочку в далекое прошлое незнакомой планеты, чтобы она спасла ее от ужасной болезни. Вообще-то мой папа понятливый. Но, боюсь, он сказал бы ни в коем случае. Ни в коем случае! Вмешательство в историю планет категорически запрещено. Почему вы не рассказали о своих авантюрных планах еще на Земле? Вы меня и слушать не стали. Тут нет никакой авантюры, я все продумал. Алиса, она одного роста с калейдианами и сможет под видом местной жительницы. Что? Вы Алису сюда втравили? Я никого не травил. Алиса опытный человек, она отлично справится. Завтра же покинем Калеиду. Любые дальнейшие исследования должны быть согласованы с Галактическим Советом. Эх, все погибло. Ай-яй-яй, все погибло. Сюда понаедет 700 экспертов. Они скажут, что для всей галактики слишком большой риск и закроют Калеиду навсегда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот, вы же сами понимаете. Я-то понимаю. Извините, пожалуйста. Собираюсь путком. Свитер не забудь. Ты не спишь? Сплю. Эй, ты меня этой вонючкой уже поливала. Ой, профессор. А я тут, ну, собираюсь это... Угу. Нарушить дисциплину. Думаю, капитану это не понравится. Тише, тише, вы всех перебудете. Речь идет о целой планете. Я должна рискнуть.
Пожалуй, это наш единственный шанс. Наш? Я иду с тобой. Я похож на их котят. И ты будешь путешествовать с котенком. А я послежу за тобой. Ой, как не хочется, чтобы за мной следили. Ты калидианский язык знаешь? Нет. А дорогу? А местные обычаи? Планету она собирается спасать. Детский сад. А кроме меня некому. Ну как? Сойдет. А вот мне придется путешествовать по чужой планете голым. Да ничего, вы не очень голый. Большое спасибо. У нас с тобой, знаешь, разные взгляды на одинаковые вещи. Держи. Ты уже знаешь, как это делать. Краска? Ты что, не видишь, что я зеленый? Тебе смешно? Простите, просто зеленый. Это один мой знакомый космонавт. У него фамилия такая. А сам он рыжий и очень ворчливый. Это ты на что намекаешь? Ой, профессор, у вас хвост? Хвост? А, нет, это у моего соседа шубы на меху. Я позаимствовал кусочек. Вам очень идет. Так, все, быстро садись в кресло и учи язык. Не котенок. Ой, извините, профессор, я совсем растерялась. Некогда нам теряться. Отметь точку прибытия и идем в город. Первым делом узнаем. Ты что? Спрячь немедленно! Ну так быстрее. Деточка, мы в прошлом, а? Они еще такой игрушки не придумали. А если мы из-за тебя все завалим, то и не придумают. Что такое? Вы лучше хвостом поменьше машите. Это у вас, ну, не очень естественно получается. Сама попробуй. Подожди здесь. Я посмотрю. Котик и оторвал хвост. Вы не могли бы у него забрать? Хахаля, верни хвост. Умница. Никогда таких послушных котов не видела. Ты кто такая будешь? Я приезжая. Скажите, пожалуйста,
А космонавты еще не вернулись. И говоришь ты с акцентом. И одета странно. И кот какой-то не такой. Нормальный кот. На своего посмотри. Зверюга. Что? А мы иностранцы. Ну да. Понимаю. Иностранцы. Утром в лесу. Хахаля, идем. Кажется, он принял нас за диверсантов. Вот здорово! В школе ни за что не поверят. Ага, зато местная полиция поверит. Бежим, пока не поздно. Надо было не хвост пришивать, а крылья. Лети с приветом, верни утром согласятся они летом. Чего там возишься? Догоняй! Здравствуйте. А у вас есть сегодняшние газеты? Ну что вы, дамочка. Газеты давно распроданы. Все только о космонавтах и говорят. Там же наш земляк Толо. Полгорода уехало его встречать. А далеко отсюда космодром? Вы приезжие? Да. Да, да. Я сразу догадался. Вам нужно в столицу. Они прилетают в 6 вечера. Поторопитесь. Поезд отходит через 10 минут. Спасибо. Я успею. Обязательно. Где-то видела. Прошу. Женщина здесь занята? Простите. А у нее одноглазый котенок. Ничего тут не трогай. Понял? Жадина. Кура летает. Я вам пришью хвост, профессор. А? Лучше я сам. Ай! То есть хвост, то нет. У меня скоро раздвоение личности начнется. Родина встречает космонавтов. На космодроме предприняты усиленные меры безопасности. Боюсь, подобраться к кораблю будет сложно. Там уже можно на леталке. Борт-инженер Толо. Станция какая-то. Уже 11. Ой. Что с вами? Мне показалось,
Ваш кот себе хвост пришивает. Привидится же такое. Профессор, помяукайте для конспирации. Что? Я вас не побеспокою? Немного опаздываем. Киса, у тебя все в порядке? Хватит издеваться. Вот и хорошо. Сейчас отправляемся. Ну вот, угощайтесь. Далеко едете? Встречать космонавтов. Я тоже. Там мой внук. Ну, хоть в чем-то повезло. Что вы сказали? Я его знаю. Его зовут Тола. Наш Толя. Его теперь все знают. Не плачьте, мы его вылечим. Кого вылечим? У Толи даже насморка никогда не было. Не то взяли бы его в космонавты. Господа пассажиры, приготовьте билеты для проверки. Я сейчас. Ваш билет? У меня нет билета. Заяц? Нет, что вы, это котенок. Стыдно, дамочка. Платите штраф. У меня нет денег. Мне очень нужно на космодром. Сейчас я вам покажу космодром. Пустите, 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 вам же хуже будет. Собственно, вот зачем? Нет. Ой, вы как специалист по чуме. Скажите, тут могли остаться вирусы? Эй, док, ты где? Ах, так тяжело просто сидеть и ждать. Ах, жалко, что мы никак не можем связаться с профессором и Алис. Ой, я, кажется, ошибся номером. Пардон. Значит, это все-таки ваша затея. Вы громозека. Безответственный, чуморозкий авантюрист. Я считаю, мы не можем сидеть, сложа щупальца, когда там гибнут ни в чем не повинные коллегианцы. Вы больше не руководите экспедицией. Так что там насчет чумы? Я ее уже подхватил. Что? И вы молчите? Далеко еще? Километров 150. Может, на леталке? А она долетит? Батарейка новая, должно хватить. Вот что-то не нравится мне это должно. В жизни бы не полез на твою железяку. Дать ребенку такую опасную игрушку и не предусмотреть в конструкции ни парашюта, ни катапультного кресла какого-нибудь. Ну, что ты там копаешься? Сейчас. Так, держись поближе к земле и подальше от дорог и населенных пунктов. Ой, только не заблудись.
Я бы показывал тебе дорогу, но будет лучше, если я посижу в рюкзаке. Кажется, я потеряла. Нет, нет, это даже не детский сад. Это младшая ясельная группа. Ну и что теперь мы будем делать? О! Захватила планету, пользы от них, как от садовой лейки во время пожара. Да, долго мы не продержимся. Вот они, последствия ваших авантюр. Теперь вся надежда на Алису. Очень неприятно было познакомиться. Сейчас, сейчас. Алиса, сейчас. Господа? Господа? Я известный О чем? Ну, о чем можно разговаривать со свинками? Об их свинской жизни. А где профессор? Кто? А вы не видели здесь маленького котика? Кого? А который час? Половина шестого. Половина шестого? Слушайте! Алиса! Я здесь.
Эй, эй, это моя игрушка. Так, пятый. Шестой. Там еще какой-то одноглазый был. Вутан! Откуда такие берутся? Ты мне подерись, подерись! Завтра ж на мыло пойдешь! Стойте! Послушайте, любезный, я профессор, почти академик, меня нельзя на мыло! Говорящий кот! Подожди! Скоро он еще и запоет! А вы чего ждете? Ты совсем обалдел! Держи их! Деточка, я тебе не только спою, но и станцую. Ты кто? Никто. А что ты здесь делаешь? Плачу. Ну ладно, так и быть, поиграй. Сегодня в поезде. Это ведь ты был с родителями? Да, они космонавтов встречают, а меня не взяли, оставили с бабкой жадной. А ты чего не поехала на комсодром? Я опоздала. Тетя, не надо, не яви. Срочное сообщение из Центра управления полетом. Программа первой космической экспедиции успешно выполнена. Но посадка отложена. Что? Метеорит повредил радиолокационную антенну корабля. Но бортинженер Толо вышел в открытый космос и устранил поломку. Вот как чума попала на корабль. Космонавты чувствуют себя хорошо и передают всем горячий космический привет. По их просьбе звучит их любимая песня. А! Воры! Зову неба вечно верны. Снова смелых небо залет. Залет, полет, далекий полет. Там в гостях у новых планет мы все равно найдем ответ. Была там жизнь или нет. Пусть не ждут нас звездной дали, но на конечной цели дойдут корабли. Ночной, с отважной звездой, там в гостях у новых планет мы все равно найдем ответ. Была там жизнь или нет? Значит, еще не все потеряно. Я их спасу. Ты знаешь, как добраться до космодрома? Мама говорила, что от рынка туда ходит автобус. От рынка? Спасибо. Пока. Эй, никто! Я тоже хочу на космодром! На космодром? Все равно хочу. Тебе нельзя. Ты еще маленький. А папа говорит, что я уже большой. Для горшка большой. Рынок там? Нет, не там. Возьми с собой, покажу. Тебя как зовут? Болу. А меня Алиса. Мы увидим гордый парад. Парад планет построенных в один строгий ряд. Мы салют им всем отдадим. Сигнали всем мощным турбин. Там в гостях у новых планет мы все равно найдем ответ. Была там жизнь или нет.
Все равно вилять я им так и не научился. Крис, 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 Крис. Иди сюда, покушай. Ишь ты, безхвостый, одноглазый, нос воротит. Брысь отсюда, уродец. Зачем? И так все видно. Ой, это вы, здрасте. Здравствуйте, милочка, здравствуйте. Откуда у вас мальчик? Это ваш сын? Нет. Он потерялся. Мы ищем его маму. Пожалуйста, помогите нам. Найти маму? Увидеть космонавтов, Толу. Это моя внучка. Все-таки вы очень загадочная дама. Откройте. Что у вас так, здесь? Сына. Подержите-ка цветы. Там мой внук! Это моя внучка. А это Боло. Покажите букет. Thank you.
Алиса! Космической чумы. И тогда мы решили отправиться в прошлое, чтобы спасти вас. В этом баллончике было лекарство от чумы. Вот так ты мне помог спасти вашу планету. Здорово! Мы всех спасли, а нас за это в тюрьму? Да ты не бойся. Мои друзья обязательно что-нибудь придумают. А я и не боюсь. Меня 100 раз в чулане закрывали, когда я баловался. А потом все равно отпускали. А я боюсь. Ты же взрослая. Чего тебе бояться? Тебя никто не отлупит. Совсем не взрослая. Ну, чуть-чуть старше тебя. Ой, то есть почти на 100 лет младше. Сейчас у нас на Земле моя бабушка еще не родилась. Ага, и кот у тебя говорящий. Это никакой не кот. Это профессор Р, почетный академик, самый главный по языкам. Его во всей галактике знают. Угу. Он такой маленький, беспомощный. Даже не представляю, что с ним теперь будет. Алиса! Р, миленький, это вы! Ну а кто же еще? Правда говорящий. После того, что я пережил, не то что говорить, по-кошачьи орать научишься. Тяните решетку. Что это негостеприимно! Боюсь, что эти слушать не будут. Ой.
Профессор, мне казалось, вы боитесь высоты. Да, ужасно боюсь. Но я очень хорошо вошел в роль. Могу даже понюхать. Проклятая диверсантка. Зачем она это сделала? Не знаю. Но в одиночку такие покушения не совершают. Тут целая шайка работала. Ну, попадись они мне сейчас. Крыш! Крыш отсюда! Кажется, обошлось. Переждем пока здесь. Так-так. Вот кто, значит, распугал моих птичек. Это не мы. Я ничего плохого не сделала. Честное слово. Похоже, вам нужна помощь. Мне очень нужно в Луклянск. Луклянск? Не ближний свет. Удивительное совпадение. Я как раз собирался в Луклянск на гастроли. Какой у тебя милый котик. Бежим, пока он там копается. Ну как мы доберемся? Ну как-нибудь, сами. С этим иллюзионистом очень рискованно. Подозрительный тип. У нас нет выхода. В конце концов, я руководитель... Держи своего кота, а то удерет. Профессор, у нас получилось. Мы их спасли. Не знаю. Вернемся в будущее, увидим. А если там все так и осталось? Может, это было бы и лучше. Если честно, мне эти аборигены совсем не понравились. Не стоило из-за них так рисковать. Но ведь они попали в беду. Мы должны были их спасти. Ага. Сомневаюсь, что спасенные ловят тебя для того, чтобы вручить орден. Не нужен мне их орден. Главное, что они живы и здоровы. Профессор, а где ваша звезда? Вон там, Малакашта. А наше солнце? А его отсюда не видно. Слишком далеко. Живет печалью не знаю.
Счастливо тебе, девочка. Привет, громозеки. Кому? Громозеки, кажется. Чучело! Привет, иностранка. А? Как путешествие? Какое путешествие? На космодром. Я тебя сразу раскусил. Фафаля! Фас! Фафаля! Только не урони меня! Я не хочу на маловарню! Что это было? Что я пережил. Планета спасена! Смотрите, профессор, мы попали прямо на праздник. Может, это в нашу честь? Ну, а чего же они не обращают на нас внимания? Алиса! Папа! Папа! А ты что тут делаешь? Да я-то фауну собираю, а вот где ты пропадаешь? Громозека молчит, как кассиопианский рыкун. Мы с профессором. Здрасте. Добрый день. Действительный член Галактического лингвистического общества, профессор, научный руководитель и основатель. Меня зовут... Очень приятно. Папа. Ой, то есть профессор Селезнев. Пап, я историю завалила. Алиса. Но я сдам. Честное слово, сдам. Если бы не твой день рождения... Ура! Алиса Игоревна! Ты, конечно, злостный нарушитель дисциплины. И тебя стоит как следует наказать. Но, если честно, ты молодец. Вы молодцы. А это тебе подарок на день рождения. Узнаешь? Бола! Классик! Отец-основатель калидианской фантастики. Занятно, кстати, пишет. Позвольте? Ага. Так. Вот показался корабль. Люк открылся, но вместо героев-космонавтов из корабля показалось огромное чудовище. Медлить было больше нельзя, я оттолкнул полицейского и бросился на зверя с криком «За Калииду! Ура!». Какая чепуха! Ну, уже знаете, профессор, как их литераторы любят приврать. 3, 4! Поздравляем! Помочь? Ой. Ой.
тебе привет. Где? От фокусника. А откуда он тебя знает?